Глава Калмыкии поздравил мартовских и апрельских ветеранов, именинников и юбиляров тружеников тыла, отметивших 90, 95 и столетие. К личному поздравлению по телефону по поручению Батухасикова присоединились председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев и руководитель администрации главы Калмыкии Чингиз Бериков. Глава региона передал каждому имениннику памятные подарки, которые были вручены с соблюдением всех необходимых мер предосторожности с учетом эпидемиологической обстановки. Кроме подарков, юбиляры получили персональные поздравления от президента России Владимира Путина. Руководители муниципалитетов республики, в которых проживают ветераны и труженики тыла, также поздравили именинников подарками.